Час на носилках, 30 минут на вертолете. Именно столько времени понадобилось 18-летнему иркутянину, чтобы попасть из долины шумакских источников в больницу. Во время туристического похода парень упал со скалы высотой в 25 метров. Пострадавший получил многочисленные травмы и передвигаться дальше самостоятельно не смог. Несмотря на всю, история закончилась хорошо. Мимо проходила еще одна группа туристов, они и вызвали спасателей.